оба матча были информативные, и первый, и второй. И понравилось то, что мы сыграли с хорошим соперником. Понравилось то, что это такая была, что первая игра, что вторая, она была на одном дыхании. Первая игра, она была такая более, наверное, целостная по качеству игры, по содержанию игры. Да? Хорошие атаки, хороший темп, вообще правильные атаки. И, в общем, мы очень остались довольны вообще и содержанием игры, и вообще самой игрой, ее целостностью. То, что мы пропустили, ну, голы, это следствие ошибок. И тем более, ну, что в первой игре, ну, я не беру гол, который с рикошета зашел к нам, да, но нужно открутить, что этому предшествовало. То есть это была там ошибка позиционная, которая привела к фолу. Его можно было бы избежать. Вот. Во второй игре были ряд ошибок, к сожалению. Это ошибки, которые привели к голам, то есть это ошибки, которые в простых ситуациях мы не имеем права ошибаться. Но как бы игрокам, там, молодым ребятам, да, там, и сейчас им свойственно эти ошибки допускать. Это нормальные вещи. На сборах, под утомлением, под нагрузками, с реальным соперником. Пусть лучше здесь ошибаются, потому что ошибаются все. Главное сделать выводы из этого, да, и не допускать их во время официальных игр. Нам это дало много информации обе игры. Самое главное, что выдерживают, что стараются. Вот это самое главное. Движемся дальше. Ну, надо работать.